Если мы бурим у вас через пол зимой, обязательно сверлим отверстие. Без этого никак, друзья. Где они схлестнутся? Оп. Вот оно, правильно. Оп. Друзья, всем привет. Сегодня 13 февраля. Мы снова с вами. Сегодня бурим абиссинскую скважину в новопостроенном доме. Дом этот вот так вот выглядит. Он двухэтажный. Значит, что мы тут имеем? Сейчас оборудование все занесли, пробурили, просверлили отверстие в полу. Сейчас будем собирать наш аппарат. Сегодня бурим шнеками. Шнековое бурение без воды, так как зима, мороз, трескучий. Зима, говорит, мороз, трескучий. Знаешь, такой Есенин написал. Мы в ресторан. Мы, слышь, мы в ресторан пошли. Вот выставили агрегатик. Друзья. Все как есть снимаю. Будет происходить у вас также на участке. Копия. Так, начинаем бурение. Вроде все включилось. Камера мерзнет, друзья. Мороз минус 15 сегодня. Под домом. Сейчас грунт замерзнет сантиметров на 40. Сейчас его вот так вот надо пройти. Но это в легкую. И далее уже мякошка пойдет. Как по маслу. Вот такими шляхами. Так, ну-ка смотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Глина. Глина, здесь песочек. Ну, глина, что пока. С песком. Рано. Рановато будет, друзья. Будем дальше. Так, углубились еще на метр. Ну-ка, комментарий, Сергей. Ну, все, хороший песок. Все пошло, отлично. Да? Так, ну что, друзья, вот в этот песочек мы сейчас ставим нержавеющий фильтр. Окей. Парилочка. Парилочка. Печечка, друзья, пока камушек здесь нету. Сюда вот кладутся камушки. Здесь у нас бак нержавеющий под горячую воду. Все соединено у нас стальной гофры трубой. Она вечная, друзья. Вот эта труба очень прекрасно себя чувствует при любых температурах. Здесь горяченькая водичка, пожалуйста, пользуемся. Так, что у нас тут? ФЭР, Воронежский завод. Дымоход, сэндвич, переход и так далее. В общем, все по-человечески, якобы. Но надо проверять. Но это не точно, как скажет один блогер. Но это не точно. Ну что? А вот и песочек. Охренительный песочек. Так, желтый. Вынимаем. Прошу, пани. Так будет таскать. Так, так, так. Вынимаем быстренько шнеки. Сейчас будем обсаживаться. Показываю. Используем. Сетка, нержавеечка. Сейчас на улицу. Сеточка, нержавейка, друзья. Это квадрат. Не везде мы ставим галлонного плетения, а квадрат бывает получше. Если песочек мелкий, то есть не мелкий, а если песочек... Серег, квадрат, если песочек... Если крупный песочек. А, если крупный песочек, значит ставим и квадратик. Трубы, оцинковочка. Если крупный песочек, ставим квадратик. Если мелкий песочек, ставим галунку. Так, фильтр пошел. Ровненько только держи, ладно, чтобы она не цеплялась. Сеткой. Серег, минимальная высота потолка какая может быть? 2,20. Мне тут один звонил, что-то 1,80 я упал. Не, говорю, появился. Минималка вообще 2, да, впритык, да, прям.
Так, закручиваем оборудование. Как в масло. Как в масло. Друзья, это от того, что там песок до того насыщен водой. Там было что, да? Так, идем. Где они схлестнутся? Оп. Вот оно, правильно. Оп, схлестнулись. И, Серег, где там? И вот разошлись, да? Схлестнулись. Схлестнулись, друзья, и разошлись. Карл, вы меня поняли. Так, друзья, здесь воды нет. Качаем, качаем, бесполезно. Вот так. Отходим буквально 8 метров и появляется жила. Мы сейчас их проверяли, это жила рамками. Рамками. Вот колодец, у соседей где-то тоже в этом месте пробурена скважина. Вот она идет линия, где рамки смыкаются. Вот это вот место. И уходит туда, в поле. Так, друзья, принято решение бурить второй раз, повторно, уже на улице, вот в этом месте. Здесь у нас рамки реально показывают хороший водоток. Что, как вы у меня спросите, как потом заводить воду в дом? Заводить воду в дом. Копаем вот здесь траншею. Заводим трубу в ближайшем месте. Прямо здесь, что ли? И потом ее ведем к насосной станции. Здесь ставим саморегулирующий кабель. Попытка номер 2, Сергей. Будем на улице, друзья. Первый, да? Шинечек. Второй. Это уже третий сейчас. Смотри, ну да. Так, где моя лампа? Вот. Друзья, неудачное бурение в помещении. Излишки производства, это у нас отверстие в полу, но не получилось. Ну что, теперь бурим на улице. Так, жижица пошла. Песочек обводненный. Вот такой, друзья, светленький, хороший. Но без прокачки ничего не могу сказать, никаких гарантий. Так, поехали, опускаем. Оп, копье. Копье длинное, бля. 5 метров сразу. Бам. Оп, 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 оп. Готово. Все, гуд. Забурник. Друзья. О. Не, ну сегодня минус 13, передавали днем. Да? Морозный. Смотри, не раскали только. Слушай, сейчас и насос прихватило. Да, блядь, охуенно. А ты вливал? Ну, давай, у меня горелка газовая есть, если хочешь, принесу, человек, погреем. Там вроде газ есть, маленькая-то. Флорика запрет. Да. Надо машину греть. Я вот хоть машину выключаю, блядь, надо там. Пускай включился, не есть здесь. Это никак. Поставь. Так, ставим агрегат с
специальный на прокачку. Да, задают вопросы. Для чего вот этот манометр? Для чего? Не скажу. Не скажу. Это секрет. Ты понял, Карл? Мы не скажем. Ладно. Как скажешь. Секрет фирмы. Да. Прикрутил, чтоб все спрашивали. Все замерзло. Все замерзло. Да. Давай, принесу я все-таки. Шланг любовый. Ну. Найти. 5 метров, воды нет. Опускаем еще 2 метра штангу. Пять метров воды нет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот и 2 метра. Оп, готово. Так, ну вот водички, друзья, светлеет она, светлеет на глаза. Вот так вот. Но сейчас будем нюхать. Вот она прям на глазах. И становится прозрачной. Сейчас минуты 3-5 и будет чистая, как слеза. Но по качеству, друзья, не знаем. Сейчас буду лично пробовать. Лично. Дайте мне большой фужер. Стакан губастый. И самогоночки разбавь. Так, ну ладно, водичка посветлела. Сейчас уже прозрачнее стало. А весь стаканчик? Простой, любой. Пластиковый. Сейчас мы продегустируем водичку. Все, собираемся, друзья. Значит, что у нас? Подведем итог. Бурили в доме. В доме воды нету вообще. От слова вообще. Прошлись с рамками в этом месте. Как раз показали у нас очень хороший дебет. Но, друзья, берем мы сейчас воду не с желтого песка, а с черного. Сейчас будем дегустировать, не знаю. То есть... Своего мы добились, воду мы добыли. Так, подержите вот так. Okay. Да, чтобы меня было видно, да? Ну что, друзья, дегустируем водичку. Илья, плескани 100 грамм. На здоровье что. Так, ну что, чтобы не последнее. Вот, подменили. Вкусно. Друзья, вода без запаха. Заказчику повезло. Вообще. А железо не знаю, надо кипятить. Что-то там уже пахнет. А, кстати. У меня, друзья, на зубах стоят эти, как, маркеры. Специально я поставил. А заказчику можно попробовать? Значит, стоят у нас здесь маркеры, короче. Лаборатория уже во рту у меня, то бишь. Вот. Не, хорошая водичка, нормально. Она без запаха. Без запаха. Как? Вы не видели, когда вода с запахом. Это не то, что пить. Руки мыть невозможно. Вот я бывает со скважины еду. Да, со скважины еду, у меня до дома, вот руки помою этой водой, у меня до дома в машине вонь стоит. Вот такая вот бывает вода. Да. И люди пользуются на даче. Не, мы плеваем одну месяц. Не, нормально. По железу, смотрите, вот сейчас, вот сейчас возьмите, налейте в банку и вскипятите прям 200 грамм. Вскипятите прям сейчас. Не, мы уже сейчас поедем. И если желтый остаток сразу же выпадет, значит металл есть. Ага. Или же просто сейчас налейте, пока у нас насос, какую-то бутылку. И она до завтра отстоится, и вы уже будете реально понимать. А давай мы наберем канистру. Да можно канистру, может бутылку, он литровую, есть какая-нибудь пластиковая любая.
Вот. Не, вода без запаха, мне понравилось. Самое главное. Так. Ну ладно, что, друзья, будем прощаться с вами. Не забывайте поставить вот так или так. Задаем любые вопросы, отвечаем всем. Всем пока, не болеем.